Друзья, хотим снять ролик про автопилот. Нет, ты за ручку не толкай. Угу. Что это за движение было такое? Ничего не надо. Сейчас мы снимем ролик, как планер летает сам. Виталий, поднимай руки, хватайся ими за голову. Чтобы я показал. Ну или там рядышком, да. Чтобы я показал, что руки спрятаны. Вот, и смотрите, я тоже убираю руки с ручкой. Вот, ручка, вот. Поместилась ручка и ручки. И смотрите, в принципе, неплохо стоит пяток в потоке. Сейчас немножечко крен увеличивается, но в принципе пока все хорошо. Вот, это планер управляется сам по себе, то есть он поддерживает режимы полета, сейчас немножечко разогнался. Но видите, он решает, что поток узкий, поэтому решает крутить его с креном 45 градусов. Я бы, например, если бы это был не планер, а ученик, сказал: ты что вообще творишь, двоечник? А ну поменьше крен сделай. Но у нас же планер, принцесса сама знает, что делать. Вот сейчас будет сброс скорости. У нее началось небольшое колебание под гажу. Видите, она сама сбрасывает скорость. Сбрасывает, штопор она не пойдет. Она же умная принцесса. И вот начались колебания по каналу тангажа. Я до сих пор не вмешиваюсь в управление. Посмотрим, чем это кончится. И мало того, мы остаемся в потоке. Сейчас, видите, сбросила скорость. Сейчас поймет, что накосячила. Опять разогналась. При этом, заметьте, небольшое скольжение присутствует со стороны правого крыла. Вот, теперь опять заброс скорости. Сейчас уже, конечно, ну, штопор она не уйдет. Но видите, вот как она начала раскачиваться. Уже достаточно сильные колебания. И все это можно исправить. Одним движением ручки я вам потом покажу. Но пока вот уже в петлю хочет, все. Вот это уже тот момент, когда она может потерять скорость и действительно там как-то нехорошо себя повести. Вмешался капитан, командир воздушного судна в ситуацию. Сейчас я подправлю ей ее положение, во-первых, относительно потока. Но она, вот вы по экрану видите, что она далеко никуда не ушла. У нас поток генерирует вот это вот пятно солнца. Поток слабый, преслабый. Но это даже может быть и хорошо. И я вот опять все параметры планера выставил в норму, поставил небольшой крен и опять отпускаю ручку. Руки подними, продемонстрируй, что ничего нету, да. И вот сейчас принцесса решила, что она зачем-то хочет уменьшить крен. Вот это критичный момент в том смысле, что мы перестанем набирать. Поэтому надо все-таки загнать ее в крен и отпустить еще раз. Почему она убрала крен? Ну, видимо, под одно крыло могло чуть-чуть поддуть, например. Или она находится на краю потока, и так получилось, что поток ее взял и выпихнул. Ну, всякие там варианты бывают. Но, видите, мы расцентровались, и насколько сложно загнать планер еще раз в поток, чтобы он опять так же красиво крутил. Сейчас попробуем. Вот, я вроде сместил, где, я считаю, будет поток. Поставил ее в небольшой кренчик. И отпустил. Видите, опять поднять руки. Поднял. Оп, все, видите? Все, мы, руки подняты, все в порядке. Все, ну можешь опустить. Я думаю, что люди нам верят. Да. Вот, и что мы видим? Мы видим, что набора практически нету, то есть поток кончился, мы потеряли его. Но принцесса при этом вполне себе прекрасно летит. Вот она. Видно, как она летит по радиусу. Вот, она сейчас, кстати, молодец, крен увеличила. Увеличила крен принцесса. И можем поболеть. Давайте посмотрим, сможет она сама отцентрировать поток. Пошли опять колебания по тангажу. Это нормальный процесс. Вот она сбросила скорость. Сейчас она скорость увеличила. Это работает устойчивость планера. Вот она сейчас опять нос подняла. Вот такой еще тангаж не критичен. Она сейчас уронит скорость до 90 и опять разгонится. Ну, до 80, ничего страшного. Вот сейчас она разгонится сильнее. И вот сейчас уже может быть заброс такой, что мне придется вмешиваться. Ну, посмотрим, давайте посмотрим, что будет. Ну, вот теряет скорость, теряет. Ну, так как я педали не трогаю, ничего, ни в какой штопор она не валится. Она опять опустила нос и убрала крен. И решила, пошли вы в пень со своим потоком. Нет, но колебания под отгажу остались. Вот сейчас критичное колебание. Вот сейчас теоретически могла бы сорваться, но не сорвалась. Видите, какой планер замечательный. Сам летает. Давайте еще один цикл колебаний посмотрим. Я на чеку, я если что ее вытащу.
Так, ну-ка. Нет, но руки мои вот здесь. Все, о! Слушайте, профессиональный планер какой. Друзья, посмотрите. Он сам должен, но, как, я, вот это было круто на самом деле. То есть я честно скажу, у меня же есть какие-то пилотские инстинкты, я терпел из последних сил. И я вот удержался от соблазна отдать ручку от себя. Но видели, как планер прекрасно опустил нос. Я эксперимент подобный не проводил, честно говоря, у меня эта мысль дурная пришла в голову буквально вот сейчас, ну, потому что было такое пятно, такой поток забавный, мягкий, и вопрос от моего ученика Виталия, как вообще, что будет, если оно само летает? Ну, видите, что будет, если оно само летает? Оно чаще всего летает лучше, чем летает ученик, как это не обидно, но мы боремся с тем, что ученики летают все лучше и лучше, и в конце концов они управляют планером. Я думаю, что к чему можно это видео привязать? К тому, что очень часто действия пилота какие-то такие избыточные. О, давайте встанем в поток. Я продолжу. Действия пилота избыточные. Они только мешают полету планера. То есть, что ты пилот... Я говорю часто, слушай, а что ты делаешь? Да я управляю, я пилотирую. Ну, а говорю, ты можешь пилотировать как-нибудь так поспокойней? То есть, не делать столько лишних движений. То есть, вот... Я вам сейчас могу показать, вот давайте ручку, и вот я, как я попытаюсь в этот поток зайти. Во-первых, обратите внимание, как я ручку держу. Вот так держу я ручку. Так, и вот сейчас я убираю крен, протягиваю, как мне кажется, там, где будет середина этого потока, и загоняю принцессу в вираж. Это, видите, движения ручкой совершенно миллиметровые. То есть не надо ей шурудить. У меня там ролики есть, как правильно махать ручкой в планере. Ну вот, все, вот, принцесса в вираже, вот небольшой крен, градусов 30, этого достаточно, соразмерного этого потока. Ну сейчас чуть-чуть добавлю, чтобы не влететь в минусовую зону. Вот видите, здесь все-таки поменьше, вот на этой части, да, чуть поменьше. Но ручка, обратите внимание, практически у меня не шевелится. Я сейчас чуть-чуть ее отдал от себя, вывел планер из крена, и вот сейчас раз, педальку с ручкой загнал планер в крен. И, по идее, вот могу оставить в потоке. Вот сейчас я могу ручку отпустить. Видите, хорошо оттренированный планер, дальше летит сам. Все. Вот, вуаля, вуаля. Ну, единственное, что вот эти колебания немножко присутствуют по тангажу, туда-сюда, туда-сюда. Это значит, что я оставил немножко планер не в равновесном режиме. То есть мне вот достаточно вот прикоснуться к ручкой. Немножечко капельку, я даже сейчас ноги с педали снял. Немножечко капельку его подправить, вот как сейчас, оп, чуточку ручкой. При этом, смотрите, ходить ручка-то может вот, вот так вот, вот. И с планером, если вот так ручкой шурудить, то ничего не происходит, смотри, ох. Но для того, чтобы он пилотировался, достаточно небольших движений, маленьких, красивых. Короче, потерял я поток с этими рассуждениями. В любом случае, я думаю, был поучительный ролик о том, что лучше сделать одно правильное движение. Во-первых, планер летает сам, вы видели, насколько безопасно. Во-вторых, лучше сделать одно правильное движение. Кстати, он сейчас летает тоже сам. То есть, вот видите, я бросил ручку и махаю рукой. Машу или махаю по-русски правильно? Машу. Машу. Машу рукой. Ну, кстати, слушай, вот, посмотрите, вот летает же ведь, вот. И сам дает крен. Да, сам раз, и показалось, что там поток подвернуло. Ну. О, принцесса, красотка. Друзья, вот ручка, смотрите, вот. Выводит из руки крена, подними. Смотри. О. Выводит из крена, смотри. Да? Не, она сейчас, мне кажется, как раз пойдет на центрирование. Ай, красавица, принцесса, я тебя обожаю. Вот этот планер зовут принцесса, он прекрасен просто. Вот, и посмотрите, что творит. Что творит, красотка? Пошла в разворот. Вот это реальный автопилот, это какой-то внутренний мозг этого планера работает сейчас. Она решила, что надо вернуться в поток, встала в вираж. Вон, видите, делает разворот. Слушай, фантастика. Друзья, я сам в шоке. Ну, сейчас, правда, принцесса зачем-то крен заложила больше, чем нужно. Пошла на разгон. Да, посмотрите, она возвращает нас, говорит, эй, товарищи идиоты, давай. Товарищи идиоты, идите набирайте высоту, что вы тут своим блогерством занимаетесь. Но... Так что, глубокоуважаемые любители планерного спорта, бери управление уже, наверное, хватит. Возвращайся, в поток набирай. Он справа остался на 2 часа. Направо поверну. Направо, да, поворачивай, направо. Друзья, вот такой получился ролик замечательный, совершенно спонтанный, нежданный.
Я думаю, как раз в таких роликах и основная ценность. То есть нашли что-то интересное, показали вам. Я до сих пор вот настолько с планером не экспериментировал. Мне кажется, что это вполне достойно отдельного такого хорошего ролика. Ну вот, мы обязательно еще что-нибудь поснимаем по поводу автоматических полетов принцессы, потому что аппарат, как аппарат огонь. Смотрите, как сейчас повеселее принцесса себя чувствует. Говорит, вот поток нашли хороший, вот она прям по экранчику видно, как протягивает. Смотри, вот сейчас. Протягивает, да, смотри, протягивает. Да, в сторону более энергичного подъема, посмотрите. Ай, молодец, ай, красотка. Вот, протянула и поменяла спираль. Решила, что нет, чуваки. Правая не та, надо левая. В другую сторону, нужна левая. Вот, смотрите, что творит планер вообще. И встала в левую спираль. Но ошиблась немножко, тоже, видите, не очень-то наборчик. Так что, принцесса, ты не считай, что ты тут прям самая такая, раз самая умная. Вот, продолжаем. Вот, заглубила левую спираль. И сейчас пошла уже крутить, пошла. Пошла крутить, посмотрим, что у нее тут получится. Но... Говорит, я сейчас поуже закручу, поуже на тебя смотрит. Все, понял. Как тебе нравится планеризм? Да это вообще огонь. Огонь. Ну все, набирай здесь, вот тебе поток. Сбрасывай... Да, я иду в потоке. Да, сбрасывай скорость до 120 и набирай. А я на 120. Ну хорошо, ты только уже на 140. Вот посмотрите, друзья, принцесса летала, все было хорошо. Взял ручку ученик, понеслась. Понеслась нелегкая. Ну ничего, мы будем... Наша инструкторская работа заключается в том, чтобы работать над этим. Чтобы потом он летал лучше принцессы. Хотя иногда лучше принцессы не летает никто. Эй! До новых встреч, глубоко уважаемые любители планерного спорта. Погода бомба, контент огонь, еще и планер огонь. И ученик огонь.